Скоро он отпустит серп этот вонючий. Отпускай серп, он нам нужен. Уже. Чувак, ну отпускай, чё ты? Хватит уже сопротивляться. Я уже тебе все почки выбил наружу, алё. Что-то не так. Ой. Слушай, это можно просто, знаешь, наблюдать за ними. Это просто само по себе забавно. Да они те еще тупорезы на самом деле. Тупой идиот. Что за ними наблюдать-то? Просто шел с моста, взял, упал через забор, убился, хренал. Тебе нужна помощь? Не-не-не-не-не. Она просто зомбяра напала сзади. Ой-ой-ой, все, ей-ей-ей. Тут, короче, дикий чувак. Тут дикий пожарник просто. Просто очень дикий пожарник. Квантум? Затушит. Затушит кого хочешь. А еще он, походу, любит тяжелый рок. Что там за пожарник такой? Че с ним не так? Подожди, тут кое-что есть для него. Это он ударил. Чувак, не надо было так рано бить. Ты че, дурак что ли? Ты глупый, она и так горела. Да все, он ежик. Ну да, тот еще ежик. Ой, не та кнопка. Да блять! Достал! Стреляй ему в голову эффективнее, Глюк. Я больше не хочу такой пизды получать. Никто не хочет, но все получают. Ой. Что ты там делаешь? Спасай меня теперь. Спасай тебя, человек, спасай. Прям как в школе. Ну наконец-то, гребаные бочки. Хоть один раз подорвал тебя. Машину? Да. Уйди! Пидор. Пидроцефал, а какой прыгать. Почти взломал. Блять. Че меня не защищаешь? А, че, надо было, да? Ну да. Я думал, ты типа сам, я там типа рядом просто стоял, сам развлекался. Все. Ага, все, не можешь до меня добраться, скотина. Я еще вот так вот тебя фонариком могу. Нравится, нравится, нравится. А ну пердуй отсюда. Мурло! Уйди нахрен, пидор! Я пошел. Плохая была идея дразнить его, да? Не надо было выходить вообще. Плохая идея. На тебя ногой, сука. И тебе ногой. Я помогу, я помогу. Давай, муштруй. Футбол! А, так вот она, физкультура как должна проходить, да? А я думал по-другому. Там бегать что-то надо. Да, ты что? Да ляг ты, блин, физкультуру делаю я. Приколебался. Какой речки сраны. Нормативы сдать не могут. Это че за поза? Не знаю. Как тут не так физкультуры сдать. Вы получили сборку предмета «Тупая травма». Какая тупая травма у этого зомби, да? На физкультуре там получил тупую травму. Да, видишь, хоть чему-то меня в школе научили. Вот здесь вот тупая травма? Да, тупая травма. Меня тоже научили тупой травме. Хорошо. Физкультуру сдали нормально, сейчас будем математику сдавать. Хорошо, я сюда. Так, а нам три убитых зомби плюс два убитых зомби, да? Сколько это? Оу, чувак! Тут, по-моему, это какой-то там физкультурник. Явно физкультурник. Бегу. Он взорвался, что ли? Да. Ты убил нашего физрука? Не, он что-то разозлился, да так, что взорвался. От злости на тебя, да? Ну, видимо, да. Ну, я неправильно футбол, походу, играл все-таки. Я не злые. Сука!
Получи по лицу! Или это мы такие злые? Не знаю, вообще как бы. Может, они добрые, целовать нас лезли. Сидели тут в школе, мужика нормального не видели, а тут целых два пришло. Да, действительно. Но не с голодухи-то и это. Ну да. А губы у них красные, потому что в темноте помаду неправильно нанесли. Ну конечно, да. Все. И вообще везде помаду нанесли, видимо. Че, боги? Вот дай мне свой... Ой, бля, не. Hello again, dumbbell! Я с ними не дружу. Я сдал все нормативы! Сдал! Меня даже там задело, прикинь. Как бзданул, блин. Весь подвал поднял. Бздло ходящее, блин. Бздло. Ну, ой, пошли. Фу, какой. О, вот он, директор, да? Директор? Не похож. Да не, один в один. У меня что такой же в школе так, в моей типа, мы был. Его догонять должны или что? Ну, да, мы же учиться хотим. Так что вперед. Не хочу я его догонять. Нахер он а мне учиться не как будешь? Ты не учим будешь? Летсплейщиком да. Будешь до конца жизни, да. Что ли, да? Да. О, тут медицинская какая-то это аптека, что ли? Медицинская, блин, аптека. Круто было бы на самом деле, если тут аптечка. Алкоголь! В аптечке. Я в аптеке нашел алкоголь. Нормально. Что? Пойдет. Ой, бля, ты ж по этому дал ему. Красиво. Меня аж с машины скинуло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нормально? Ну сейчас их еще больше сбежится, чувак. Ничего не знаю, это было весело. Это круто, это круто выглядело. Ты так ей похарит, дал с ноги сейчас. Прыгает такой. Сайгак. Ну что еще делать? Дикий Джо Спин в естественных условиях. Вот тут можно постоять и посмотреть. Вот, а тут он пасется. Ничего не пасусь. Понятно. А слышишь эти звуки? Восхитительно. А, это не наш! Блять. Правильно, по горбу ему. Бам! Умри, пожалуйста. По-моему, это не ХП, вот эта вот линия. Это, по-моему, наша выносливость. Это, по-моему, наша стамина, да? Аптечка с него выпала. А жизни здесь, по-моему, там звонит кто-то. А, это все, на урок. Это школьный. Это на урок нас собирает, да. Твою мать. Прикинь, опоздали, сейчас наказывать будут. Ой, блин, учителя пришли. Завуч! Завуч ушатал меня, чувак. Я понял, тут где я. Тут какой-то тоже, псих наверное, ломится в дверь. Только тихо-тихо, крадись, присядь. Смотри, он, видишь, он. О, и выруби фонарь, тебя видно. Вот. Смотри. Давай сзади его стелсом попробуем. Давай. Он просто стоит и долбит дверь. Попробуй его, может появится какое-нибудь быстрое действие. Нету? Ааа! Был! Он поворачивается с разворотом, мне вломил. Все нормально. Я ему в лобяру ломом захерачил. Он еще жив. Да, я понимаю. Так дубась ногами уже, чтобы пушки не тратить. Отмуштруем его по полной. Это школа, детка. Кто из вас, да, ностальгия прямо такая. Кто из подписчиков хотел вернуться в школу, а? Вот мы ваши мечты воплощаем. Скоро он отпустит серп этот вонючий. Отпускай, чувак, серп, он нам нужен. Уже. Чувак, ну отпускай, чё ты? Хватит уже сопротивляться. Я уже тебе все почки выбил наружу, алё. Они уже на шкафчике, твои почки, дурак. Отпусти гребаный серп, да. Фу, я что-то устал, надо передохнуть уже. Чувак, мы просто устали тебя. А, стой, подожди, отойди, он встанет, может, он? Блядь, ты Геракл, нахер. Ты просто, я не знаю. Все, он уронил, есть садовый серп. Видимо, он очень любил этот серп. Видимо, да. Сколько... Любовь его теперь на каждом шкафчике этой школы. О, боже.
Ой, блин. Вот это совсем вот. Дурак, блин. Чувак, лучше отпусти серф. Не? Ну как хочешь. Лучше, блин, кровью захлебываться, да, чем сейчас серф отпустить. Школа жестокое место. Ты подписаться должен на глюк. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Пара-п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 ара